Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что на фоне нынешней ситуации в мире, Минску и Москве не стоит ссориться из-за противоречий по поставкам белорусского продовольствия в Российскую Федерацию, а нужно договариваться. Александр Лукашенко заявил, что удручен позицией российских властей, ограничивающих поставки белорусской продукции в Россию. 21 ноября пресс-служба Россельхознадзора сообщила об усилении контроля за растительной продукцией, ввозимой из Белоруссии. В ведомстве сообщили о планах проверять все грузовики, пересекающие российскую границу. По словам Лукашенко, конфликты, возникающие между Россией и Казахстаном, решаются гораздо менее болезненно и ощутимо. Он пообещал, что Минск непременно примет меры, если торговые отношения не будут нормализованы.